Друзья, привет! Нахожусь на очередном нашем объекте. Выполняем работы по реконструкции кровли. И сейчас вот, пока морозец, решили заняться утеплением уже непосредственно внутри. Обнаружили вот такие вот интересные детали по утеплению. Ну, понятно, здесь косяков много и староизоляции. Утепление в целом. Мы хотим показать зону мурлата. Вот эта вот зона, через которую может заходить у нас холодный воздух. Что здесь и происходит. Подносим руку, и прям чувствуется, как сифонит. Все вот эти вот щели начинают работать у нас на приток холодного воздуха. И вот такие вот щели под мурлатом. Ни джута, ничего нету. Естественно, здесь, когда клали мурлат, надо было хотя бы подровнять основание раствором. Ну, соответственно, далее уже поставить рубероид, ну, на него в идеале также установить джут, чтобы не было мостиков холода. Здесь уже вот это вот сделать нельзя. Сейчас вам покажу, что мы делаем. Вот здесь вот небольшой участок мы уже начали утеплять. Ставим вот такие вот вспомогательные брусочки. Обязательно демпфер. Щели, вкладки все запениваем. Пена подсохнет, подрежем. Здесь уже без пены, к сожалению, никак. Да? И вот здесь вот уже промежуточные работы. Начинаем вот эту вот зону, где стоит мурлат, максимально утрамбовывать утеплитель. Далее перекрываем вот эти места утеплением. И подрезаем уже утеплитель под нужный угол и вставляем в распор между бруска. Вот таким вот способом вот это вот место будет максимально качественно утеплено.